Сегодня стартует очередной этап медицинской реформы. Украинцам станут доступны новые бесплатные услуги первичной медпомощи. Чтобы разъяснить, какие именно, на сайте Минздрава опубликовали картинки. К своему врачу можно будет обратиться за консультацией при любых проблемах со здоровьем, а в случае необходимости получить направление к более узкому специалисту. Бесплатно вам выпишут рецепт на лекарства, проведут основные анализы, сделают электрокардиограмму и тест на ВИЧ. Никаких затрат также не потребуют и плановые профосмотры, вакцинация детей и наблюдение несложной беременности. Бесплатным будет и вызов скорой помощи, но вот сколько платить за остальные услуги в картинках Минздрава не уточняется. Напомню, что Конституция Украины гарантирует право на бесплатную медицину каждому.